Мост «Ветеран» через Лесозаводскую Курью готовится к полномасштабной реконструкции. Накануне Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого округа одобрила проект его капитального ремонта. О том, какой будет новая жизнь моста и о дорожной карте предстоящих работ в репортаже Тимофея Жукова. Проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильного моста на лесозаводе начались весной прошлого года. По итогам открытого тендера их доверили провести специализированному проектному институту. С начала 80-х мост ни разу капитально не ремонтировался. Заказчиком проекта по капитальному ремонту моста через Лесозаводскую Курью выступает казенное учреждение Ненецкого округа «Централизованный стройзаказчик». Проектировщиком этого сооружения является ООО НИИ «Севзап Инжтехнология», город Санкт-Петербург. Значит, Государственная инспекция строительного жилищного надзора Ненецкого округа по заявлению централизованного стройзаказчика провела государственную экспертизу проектной документации капитального ремонта моста. По результатам рассмотрения выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Для дальнейшей реализации проекта заказчику предстоит еще прохождение у нас же в инспекции процедуры проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, где будет уже определена точная окончательная цена стоимости реализации указанного проекта. Капитальный ремонт сложного инженерного сооружения пройдет в несколько этапов. На первом будет построен временный мост с выездом на существующее дорожное полотно. Затем старое железобетонное пролетное строение будет полностью заменено на металлическое с заменой опор. По оценкам экспертов, стратегический для города и округа объект находится в плохом состоянии. Мост через Лесозаводскую Курью. Дата постройки – сентябрь 1980-го. Сложное инженерно-техническое сооружение, как и все россияне, пережил очень многое. Перестройку, экономические неурядицы и дефицит внимания. Стратегический для округа объект ждет апгрейда, а проще говоря, реконструкции. Работы по капремонту автомобильного моста через Курью планируется осуществить в рамках региональной программы развития транспортной системы Ненецкого автономного округа. Тимофей Жуков, Владислав Носкин, телеканал «Север».